играют лидер турнирной таблицы. Спецсвязь и Меридиан. Команда по 10 очков после 5 проведенных встреч по разнице за 3 нас Меридиан Энерго плюс 7 в сравнении с плюс 4 у спецсвязи. На 3 очка стоит ближайший преследователь команды. Это Мосэнергосбыт и Газпром Энергохолдинг. Так что сейчас все эти три спортивных коллектива, но, впрочем, и банк АТБ, и московский банк Сбербанка тоже болеют за то, чтобы лидеры сыграли в ничью и, соответственно, открыли дорогу конкурентам к первому место, поскольку если будет ничья, то у спецсвязи у Меридиана по 11 очков будет случай победы в Газпроме. Будут отставать всего лишь на 1 балл. Меридиан, ВТБ. Вот вас такой топ-матч, если бы Меридиан Энерго выиграл то единолично в этом таблице возглавил. И, соответственно, имел бы преимущество по сравнению со спецсвязью на 2 очка. И тогда Меридиан могла бы устроить ничья в связистов. Мяч принял, развернулся в штангу, попадает, и здесь добивание тоже не выходит, но будет стандарт угловой. Четыре нарушения правил за
меньше, даже чем 5 минут матча. Продолжается атака, рядом с Александром Пеш прилетел после удара семерки спецсвязи. А плюс там был еще рикошет. Время видели много, но успел вернуться на ворота.
Но уже третий или четвертый раз боится при ударе от ворот. Пять с половиной минут впереди.
Рилл снова тащит, добивание. Нарушенные полу спецсвязи. И первое нарушение правил. Пошел сам, Антон, сам! Андрей, останься, Андрей! Все, сели! Второй фол спецсвязи. Андрей, отходи, Андрюха, отходи! Пара, середина, ты! Вот так, стоп, Андрей, вот этого, вот этого! Сюда! Него, 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 него! Я горбан! А что это ты? Ну, привет, Ашей! Втроем нанесли удар по спецсвязисту.
свободный удар. Блоком или ударом. Блестящий момент. Последняя чистая минута. Выходи, выходи, держи меня! Вратарь есть, если что! Вратарь, Антоха! Вратарь, вратарь! Слава! Туда, Жека! Жень, ты сюда! Мозг горел, вперед! Все, стой, стой! Сейчас будет рисковать! Терпение! Антоха, Антоха! Ты, Жень, напрягай! Напрягай, напрягай! Напрягай, Слава! Становится в обороне. В спецвете 15 секунд. В спецвете нужно додержаться до победы. 15 чистых секунд. Не додача, не надо, Антон! Слава! Слава! Просто забрасывать на угол поля и там мяч держать. Просто держать угол голового флажка. Этим и занимается 11 номер. Ну а теперь можно отыгрывать назад по Гориллову. Оставшиеся 7 секунд. Отдай ему, нет. Держи! Хорош, уже хорош! Совсем но. Без риска около углового флажка. Потеряет 2 секунды. Держи удар. 2 секунды, удар! Минимальным счетом победа спецслужб.